Ко мне в коллекцию подъехала серия колод Ван Гог играет в карты. И вот одна из них. Хочу поделиться ее красотой. И вот начну с того, что где она произведена была. И напечатана на заводе USPCC. Вот так вот, да. Компании ребят Джекин и Джатон. Вот. Здесь у нас написано, что это point card, игральные карты. А здесь годы жизни Ван Гога. Так. И вот у нас есть такая вот рубашка этих карт и как это, печать, не печать, пронумерованная, и на ней у нас написано, так, вот так вот, так, написано «Картина жизни», так вот переводится, да, ну, так, и что у нас тут, вот такая вот рубашка, и вот такие вот, и портрет Ван Гога, это единственная колода из этой серии, которая название не соответствует рубашке. Если эта картина называется «Звездная ночь», а это автопортрет. Так, здесь у нас получается Ван Гог написано, и здесь у нас получается картины жизни. Автопортрет он считал картинами жизни. Так, и я так понимаю, в 1887 году был написан именно вот этот автопортрет, так как «Звездная ночь» была написана в 1889 году. Причем тут Амстердам, я не знаю, он вроде только там учился. И так как он прожил 37 лет, то, видимо, в 34 года он написал этот автопортрет. Ну и здесь это последняя у нас получается фраза. Так. Относитесь к жизни с позитивом. Интересно, конечно, слоган, его это или нет, так как есть две версии его смерти. По одной версии он сам себя подстрелил. И если он сам себя подстрелил, то как-то не соответствует лозунг относиться к жизни с позитивом. Ну и есть вторая версия, что подстрелили его, не знаю, правильно будет назвать, собутыльник или нет. В общем, если где-то я в чем-то не прав, то поправьте, я не силен в Ван Гоге. Так, ну вроде... Здесь все рассмотрели. Ну, коробочка, она рифленая, то есть автопортрет не просто нарисован, еще вот, ну, выпирает слегка, рельефная. Так, и давайте посмотрим, что покажет нам вскрытие. Так. Люблю аккуратно вскрывать пломбы. О. Так, это у нас. Вот так вот. Есть. Так. Так, тут у нас тоже получается дата и картины и жизнь. Так вот, дата. Так, здесь у нас... Ничего. Ну, я вот это не знаю, что это такое, что это за цифры и буквы. Так. Так. Ну и внутри, к сожалению, я не могу показать. Внутри там тоже есть рисунок. Это первый веер этой колоды. Как правило, лицо колоды является туз пики. Ну а в данной колоде
Лицом колоды будет автопортрет Ван Гога. Так это у нас получается Джокер и второй Джокер. Есть другая колода Ван Гога, и ту я не застал, и там вот Джокеры такие же, но ребята вроде другие, которые печатали их. Так это у нас получается туспики. Вот это я не знаю. Является это его картиной или нет? Какой-то некий дворец в горах. Это мое первое, что я вот вижу в этом пике тузов. В общем, проработан. Карты чувствуются тоненькие. Так, и вот так вот выглядят у нас масти. Валет, дама, король, туз. Везде преследует на каждый автопортрет, Амстердам. Тоже так. Крести пошли. Почтальон. Ну, я смотрю, тоже. Так, если сравнить десятки. Ну, каждая карта проработана, получается, вот в середине, вот в этой полоске. Везде идут разные рисунки практически. И вот подходим к концу, и тут двойная рубашка, и это, я так понимаю, лицевая задняя сторона коробки, ну, как бы и не Джокер, и вроде как и не рекламка. Вот так вот выглядит VR с лиц, со стороны лиц. Да, мягенькая. Ну что, мне нравится. Почему-то я ожидал меньшего а получил больше впечатления, чем ожидал от этой колоды. Классно, мне нравится.